Добрый день, дорогие друзья. Сегодня выпуск коротенький. Дело в том, что прошла новость по таким ресурсам второй величины, что в интервью из французской газеты Livre Noir китайский посол во Франции заявил, что Китай будет возвращать Тайвань в объятия Родины, это практически прямая цитата, с помощью любых средств, в том числе военных. Вот. Продолжается ситуация, когда китайские самолеты совершают облет вокруг острова и в проливе. Вот. Ситуация там не упрощается, хотя прямых боестолкновений между армией Китайской Республики, ну, серич Тайваня, и Народно-освободительной армией Китая, то бишь армией КНР, пока нету. Хотя риторика становится все жестче и жестче. Наблюдаем за ситуацией. Прогнозов делать тут сложно, потому что, с одной стороны, ситуация в Тайваньском проливе всегда была не самой простой. Ну, правда, в президентство бериндановца Ма Инцзю там ситуация немножко упростилась. Но совершенно безоблачной она не была, наверное, никогда. В общем, будем смотреть, к чему это приведет. Мы знаем, что у послов обычно своего мнения нет. Это мнение, значит, Китая. Ну вот будем смотреть, к чему это приведет.